Ну, я в 90-х годах первый раз лотос увидел на Волге. Ну, понравился. Думал, может, здесь буду вырастить. И пробовали, и ничего не получилось. А потом я здесь, в Воскресеновском, видел, что там растут, уже посадили. Попытался здесь посадить. И вот посадил, и у меня получилось. Я просто посадил для красоты, не думал, что так вырастет. Не ожидал, думал, маленький кусочек будет, ну, для красоты. Самому приятно. Мне просто лотос понравился. Команда канала ZaaN Online благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.